Знаете, многие говорят, что я должен смотреть на многие вещи позитивнее. О, смотри на мир позитивнее. Позитивнее. О, ну ты как-то много негативишь. Знаете, мне очень сложно просыпаться по утрам и видеть мир позитивнее. Уж простите. Правда. Мне искренне сложно это делать. А знаете почему? Так уж вышло, что в детстве я выбрал профессию кинорежиссуры, пошел работать в кино. И знаете, для меня кинематограф – это мир, который должен направлять человека к светлому, к чему-то хорошему, к чему-то доброму. Это то, что должно помогать человеку быть лучше, добрее. И знаете, в какой-то момент, видя все, что происходит в кинематографе вокруг, я начинал, наверное, в глубине души потихоньку разочаровываться. Разочаровываться в самой сути профессии. Я знаю, что это неправильно. Но мне начало казаться, что кинематограф уже перестал быть оружием света. Он стал орудием только зла. И только зла. И знаете, бороться с мощнейшей машиной индустрии, маленькими какими-то фильмами, мне показалось бессмысленным. Это как кидать песчинку в пуленепробиваемую стену в надежде на то, что эта песчинка ее пробьет. Мне так казалось. Я думал, что мои понимания, мои идеалы кинематографа, они не востребованы, не нужны. Потому что массово кинематограф, массово, уже загипнотизировал большинство людей, сделал их черствыми, разучил их разбирать, где черное, а где белое, где плохое и где хорошее. Это сделал кинематограф, да? Люди, которые должны были помочь человеку стать лучше. И сделали они это руками кинематографа. Понимаете, кинематограф массово абсолютно безнравственный, абсолютно пустой и глупый. Особенно то, что происходит в России, мне страшно это видеть. Мне грустно это осознавать, мне хочется плакать. Как? Как же так? Такие, как Лопушанский, Сокуров, Тарковский в свое время. Ну, про Тарковского я не буду говорить, потому что все-таки он стал мейнстримом в мире кинематографистов. Да, он стал. Но опять же, я говорю про массовое влияние кинематографа на людей, про то, каким кинематограф должен быть. Каким я вижу свою профессию? Мне даже стыдно. Каждый, делающий в кинематографе безнравственные вещи, опускающий человека до низменных потребностей, каждый кинематографист делает это осознанно. Осознанно. Либо не идиот. В чем я очень сильно сомневаюсь. Осознанно. Они называют это потребой рынка. Потреба рынка. Разве что это потреба? Неужели люди, высшие существа во Вселенной, высшие, в этой сложной, бесконечной Вселенной, неужели они должны быть как собачки или кошечки или коровки, как животные в понимании кинематографистов, людей искусства? Неужели такой сложный механизм, как наш мозг, должен питаться этими помоями. Сложнейший дар Вселенной нам. Нам, людям, никому нет такого дара. Ни у кого. Создавать миры? Что-то я не видел, чтобы корова нарисовала хоть одну картину. А где же ориентиры, где же лучи света? Где же то, что рассеивает темноту? Человечество живет в полном мраке, люди вообще потеряли
маршруты, какие-либо. Человек соткан так, что внутри него существует какой-то второй голос, какое-то внутреннее другое существо. Это голос совести, это голос чести, это голос истины, желание быть хорошим, правильным. И что делается с этим голосом? Его затыкают, мерзко затыкают, в открытую. Говорят, заткнись, 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 заткнись. Заткнись, совесть. Закрой свою пасть. Ты большего не заслуживаешь. Ты так и заслуживаешь, чтобы смеяться и смотреть на тупые шутки, на дерьмовые фильмы. Очень странно, да? Вам не кажется странным, что нам внедряется именно эта идея? Массово, через кино. Через большое кино, не через маленькое кино. Я не говорю про маленькое авторское независимое кино, где маленьких 2,5 землекопа пытаются бороться с огромной индустрией. Говорит, да мы сейчас делаем кино, и мы там... Да нет, господа, нет. Даже Оскар, уже объявляя свои требования, унижает и уничтожает авторскую сущность художника. Потому что у художника не должно быть таких рамок. Что безнравственное – это нормально. Что не иметь совести – это прекрасно. Такие люди нужны обществу. Такие люди нужны миру. Что быть отрицательным героем – это вау, это круто. Что быть мерзавцем – это великолепно. Быть мерзавцем – это великолепно. Вы посмотрите на тех героев, на людей, которые сейчас возглавляют все раскрученные, внедряемые, вообще доносящие в самый глубь фильмы, самые большие, самые массовые российские фильмы. Мне больно. Больно просыпаться каждое утро от осознания, что моя профессия стала орудием зла. Да, к сожалению, это так. Теряю ли я веру? Может быть. Иногда да. Иногда теряю. Но если я погашу тот огонек, который горит внутри меня хилым пламенем, то я сам исчезну. Сам пропаду в никуда. Тогда то чувство, то любовь, та страсть, которую я имею к кинематографу, она будет бессмысленна, бесполезна. Бесполезна. Таких людей очень много, миллионы. Это почти, наверное, каждый человек, пришедший в кино, как режиссер, как художник. Он хочет дать человеку какой-то ответ, который будет его подвигать немножко к истине, к мысли, к рассуждению. Я очень сильно надеюсь на то, что эта линия доминирующего зла, эта вот туча, она отступит от моей профессии. Что люди начнут снимать хорошие фильмы. Я могу лишь только в это верить. Только верить. И делать то, что в моих силах, и призываю многих других режиссеров тоже стараться сопротивляться. Я знаю, что это очень трудно, практически нереально, потому что в их власти деньги, а без денег жить очень сложно. Ну, сложно, невозможно. А за хорошее дерьмецо они очень хорошо платят. Я это знаю. Очень хорошо знаю. Но все-таки я верю. Ведь малыми средствами можно сделать большие дела. И давайте вспомним Давид, его тезку. Причем полного тезку. Он ведь пошел на Голиафа всего лишь с одним камнем. И победил.
Значит, можно. Хотя кажется, что нереально. А кинематограф — это нереальность, переходящая в реальность. Поэтому в кино возможно все. Абсолютно все.